Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, дорогие жители и гости замечательного города Сочи. Впрочем, в это время года особенно жителей наверняка меньше в этом городе, чем гостей. Потому что Сочи был и, слава богу, остается самым знаменитым в нашей стране городом-курортом. И каждый из нас помнит с детства, что это всесоюзная здравница. Наверное, действительно, каждый помнит, потому что, может быть, почти каждый приезжал сюда летом с родителями отдыхать или приезжал в один из сотни пионерских лагерей, чтобы провести здесь, на берегу самого синего моря, замечательную, неповторимую пионерскую смену. Я обо всем этом заговорил, потому что сегодня мы хотим вот как раз и вспомнить это самое детство. Не впасть, простите, а именно вспомнить. Хотя, я думаю, скорее всего, получится так, как и обычно бывает у нас в игре, ну, как бы обозначив тему как пионерское детство, а там мы посмотрим, что получится. Во всяком случае, под этой темой, я предполагаю, должна пройти сегодняшняя очередная игра на летний кубок клуба веселых и находчивых. Игра, в которой, как обычно, в игре на летний кубок встречаются обязательно чемпионы. На сей раз это будут две команды, сыгравшие в ничью в финале прошлого года и таким образом обе ставшие новыми чемпионами нашего клуба, чемпионами сезона 1997 года. Итак, сегодня между собой играют команда КВН «Запорожье», «Кривой Рог», «Транзит». И команда КВН «Новые армяне». Ну что ж, друзья мои, я полагаю, все как на нормальной пионерской линейке. Отряды построены. Я, так сказать, вхожу в роль старшего пионервожатого, сильно старшего, но старшего пионервожатого. И мне осталось познакомить вас с составом совета дружины, к чему я с удовольствием и приступаю. Итак, в составе совета дружины у нас сегодня, во-первых, директор этого замечательного зала, где мы находимся. Зала, на мой взгляд, это лучший летний концертный зал у нас в России. Зал, напоминаю, называется «Фестивальный», а директор его Евгений Паснюк. Далее, что приятно, совсем знакомые и КВНщикам, и КВНовским болельщикам, и телеболельщикам, члены нашего совета дружины. Председатель комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы Анатолий Лысенко. Продюсер канала ТВ-6 Москва Иван Демидов. Генеральный продюсер канала ОРТ Константин Эрнст. И мне приятно приветствовать среди членов совета дружины человека, который на время покинул свой такой изысканный, тихий дом и вот пришел в наше достаточно шумное КВНовское общежитие — Сергей Шолохов. Ну и, пожалуй, последнее вот в этом, так сказать, эпизоде нашей встречи, что я хочу сказать. Среди многочисленных пионерских мероприятий в свое время появилась одна замечательная игра, которая сегодня традиционно открывается словами: «Мы начинаем КВН».
Итак, летний кубок 98 года. Признаюсь сразу, что сегодня нам предстоит необычная игра в этом вообще достаточно необычном КВНовском сезоне. Достаточно сказать, что сегодня будет сыграно 6 конкурсов. 6. Я что-то не припомню за последние 10 лет ничего подобного. Но я не буду забегать вперед. Будет 6 конкурсов, значит, будет 6 конкурсов. Начнем мы все равно с конкурса, который называется «Приветствие», которое сегодня называется... Я надеюсь, почти все помнят, как звучит пионерское приветствие. А? Молодец, мальчик. Он не был пионером, но он это помнит. Итак, приветствие сегодня называется «Будь готов». Команда КВН «Новые армяне». Будь готов оказаться летом в Сочи. И упавшие плавки доставать со дня. Будь готов, что красавиц много очень. Но тебе нужна одна, а потом еще одна, еще одна. Эту кучу медали для чего мы надели? Просто мы ветераны пляжного труда. Без излишних деталей мы выходим на дело. Дорогие друзья, сегодня в Сочи встречаются две одноименные команды. Запорожье Кривой Рог Транзит и Ереван Сочи Автостоп. Так здравствуй же, Сочи, город, где армяне всегда себя чувствуют как дома. В смысле всегда хорошо? Нет, в смысле всегда в тапочках, в спортивной форме. Ну ладно, друзья, ветераны, колитесь, кто за что ордена получал. Вот у меня орден Геракла. 12 подвигов и ни одного ребенка. Браво! А у меня медаль за рекордный заплыв. 2 раза Черное море переплыл. 1 раз на спине, 2 раз на своей. Браво! А у меня орден дружбы народа. За то, что одному грузину сделал искусственное дыхание по-армянски. Это как? Нос в нос! Браво! Это еще что? Вот у меня орден с большим трудом достался. Смотри, секс-символ Сочи 98. Да там же написано Сергею Протопенко. Я же сказал, орден с большим трудом достался. Хватит все время про себя, да про себя. Вы посмотрите, как изменился Сочи. Ой, за последний девушка, год. Девушка, у вас спина белая, обтягивающая. И танцует. Местный юмор. Эх, Черное море, стоишь на берегу, смотришь на его беспредельную гладь и думаешь, эх, гладь, вот гладь, а, живут же люди гладь. Карен, никогда в жизни не думай об интимном свысока. Не думай об интимном, не поймешь. Непостоянные зоны эрогенные. И ты порой почти полночи ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Мгновение, мгновение, мгновение. Стоп! А теперь о том, как питаться в курортном городе Сочи. Если вы зашли в кавказский ресторан и хотите хорошо провести вечер, то быстренько оттуда уходите! Но если вы все-таки зашли, то запомните, сервировка в кавказском ресторане. Слева от вас лежат 3 вилки! Вилка с 3 зубцами, вилка для мяса. Вилка с 2 зубцами, вилка для рыбы. Вилка с 1 зубцом, нож. О выпивке. В кавказском ресторане вы можете заказать самую авторитетную водку в мире. А вот какая-то самая авторитетная водка в мире, а? Финляндия! Ты представляешь, какой авторитетный водка этот Финляндия, что у него в Москве даже собственное посольство есть. А сейчас поговорим о закуске. В Сочи с закуской проблем быть не может. А если и будут, то запомни. Сметанка и орехи. Сметанка? Орехи? Кто это?
Она у мужчин свои секреты. Однако среди армян есть и свои исключения. Петр Ильич Чайковский, «Кавказское озеро». Она очень интереснее женщины нашей русалки. Русалки, русалки. Верхняя часть для души, а низ для рыбалки. Балки, балки. Прописка в Черном море, штука бессмысленный. Смысленный, смысленный. Название моря указано, кто здесь прописанный. Писанный, писанный. Нас называют не рыба, не мясо, но это не так уж и важно. Нам под водой хорошо и прекрасно, комфортно. А главное влажное. А теперь поговорим о курортном романе. Заводить курортный роман в городе Сочи – это не современно. Будущее за клонированием. Да-да, будущее за клонированием. В России 40 миллионов семей. Да. Поэтому предлагаю клонировать Филиппа Киркорова до 40 миллионов Филиппов Киркоровых. Почему? А почему до 40 миллионов, а? Пусть это счастье придет в каждый дом, в каждую семью. Слушайте, ребята, а может нам армян клонировать, а? Вот сколько в России приходится армян на душу населения, а? Я не знаю, сколько армян, но то, что на душу населения, это точно. Ох. Издалека долго нас на Руси много, армяне как Волга, конца и края. Сказала мать Станяй. Стоп! А теперь самое главное. Ветераны курортного отдыха отвечают на вопросы пионеров из зала. Вопрос номер один. Что будет, если скрестить енота со слоном? Енота не будет. Вопрос номер два. Вопрос номер два. Уважаемые новые армяне, почему вы не шутите про Сергея Кириенко? Стоп! Грешно! Грешно смеяться над чужим горем! И все-таки, почему Кириенко покинул свой пост, а? Ну, понимаете, летние каникулы уже закончились, и ему опять пора идти в школу. Браво! 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 А вот мне интересно, что по этому поводу думает Борис Николаевич Ельцин. А что, Борис Николаевич Ельцин, как в стране начинаются проблемы, сразу вспоминают о профессионалах. Виктор Степанович Черномырдин. Борис Николаевич! Борис Николаевич, держите! Уйдет ведь, уйдет! Не боюсь, на этот раз не уйдет! Поблажек не будет! Свято место пусто, в Кремле не бывает. Называют все бумерангом меня. Через года слышу Ельцина голос, значит, мне домой возвращаться пора. Через года слышу Ельцина голос, значит, мне домой возвращаться пора. Да и нам тоже уже давно пора домой. Годы пролетели, ветром просвистели. Нет раны детства, нет такого средства, чтобы в нем остаться, чтобы в нем остаться, с детством не прощаться. Будь готов ты под луной гулять, ночи такие темные, и кусочек детства повстречать, если будешь в Сочи. Будь готов к тому, что не Сочи. Come on and share, this booty slam. Come on and share, the booty slam. Shake the shake it, baby. Shake the shake it, baby. Будь готов ты под луной гулять, ночи такие темные, и кусочек.
если будешь в Сочи. Ну, а теперь еще одно приветствие. Будь готов, команда КВН «Запорожье», «Кривой Рог», «Транзит». Микрофончики на месте, работать можно. Ну, начинай. А что это я? Я в прошлый раз начинал. Поехали. Нас во многих городах люди носят на руках. Мы приносим дом уют, мы несем, и нас несут. Поднесите меня к президенту. Опустите до его уровня. Здрасте. Александр Васильевич, мое почтение. А может вас до уровня жюри опустить? Нет, так низко не надо. Спасибо. Встаньте, дети, встаньте круг, я не вижу ваших рук. Деньги, слава, полный зал, господи, как я устал. Цветочки пошли. Ой, девочки, ну зачем так тратишь? Ну, ну не надо, ну что? Надоело выступать. Музычку! По воле рока так случилось, и это нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость? Поставили 7 микрофонов, а? Я вас спрашиваю! Так все, я так больше не могу! И почему втроем? Где остальные? Концерт сорван, уезжаю! Ну, ребят, ну подождите, ну не уходите. Может, хотя бы отдохнуть останьтесь? Тут, кстати, неподалеку от нашего пионерского лагеря нудистский пляж есть, а? А чё? Можно! Веди! Пойдем. Нет, я на нудистский пляж не пойду. Почему? Мне не в чем выйти. Ну, хорошо. Тогда, может, в бассейн? Вот в бассейн можно, я, кстати, прекрасно держусь на воде. Да и как человек ты не очень. Вот Саня идет. А ты че такой грустный? Да вот, понимаешь, приехал в Сочи и понял, что меня здесь не любят. Чего ты взял? Да вон на заборе написано: Санек, сволочь. Да просто, ну, мало ли в Сочи Саньков. Да нет, точно про меня. Уж я-то себя знаю. Злые мы какие-то стали. То ли дело помню раньше. Соберемся за столом, говорим тосты, рассказываем анекдоты, обсуждаем политические новости. И ты сидишь и все записываешь. Дяденька, скажите, пожалуйста, а во сколько лет вы первый раз поцеловались? В 5. Да нет, ну так, чтобы по-настоящему. Ну, в 14. А в губы? В 22. С девушкой? С девушкой в 25. Какой хороший, любознательный мальчик. А мой оболтус в пионерлагере курить начал. Что ты? Да я в его годы. Да мы все. Да, я был. Или вот. Хотя нет, пускай лучше курит. Да. Ребята, а там ваш Руслан со старшим отрядом в футбол играл. В стенке такой мяч взял. Ну, этот может. Кстати, где он? Да вон его несут. Русик, что с тобой? Мяч ударил в те края, где живет любовь моя, где живет любовь моя. Ну вот мы и вместе, вот мы и в Москве. Игорь!
Игорек, ты что, с ума сошел? Это же Сочи! Да? А почему тогда в зале столько армян? Так, напоминаю, не расслабляться. Основные темы в КВН – это политика, шоу-бизнес, телевидение. А евреи? Да. Ну, я же говорю, политика, шоу-бизнес, телевидение. Точно, вот у меня сосед Моня. Боже, страшный человек, такие связи. Как-то кто-то попользовался его хозяйственным мылом. Ну, я уже не знаю, кому он там звонил и что он там говорил, но факт остается фактом. На утро Кириенко сняли. А команда «Транзит» снимает ремикс «Жемчужины отечественного кинематографа. Берегись автомобиля». В этот день господин президент вел свой автобус, свою государственную машину по указанному маршруту. Витя Черномырдин, ты! Здравствуй, Боря. Я вернулся. Слушайте, дяденька, мне сейчас такое рассказали. А ну. Значит так, едет 600-й мэр. И тут на светофоре ему Запорожец сзади. Выходит вот такой вот бритый мужик. Подходит к водителю Запорожца. И убил его. Это анекдот, мальчик? Это жизнь, дядя. Петров, стоять! Ты у нас со второго отряда? Да. Отличненько. А ну быстро говори, кто у вас в холодильнике без путевки проживает, а? Товарищ, вы что-то путаете. В холодильнике никто жить не может. Да? Да. А почему я, когда в нем дверь открываю, там постоянно кто-то свет включает? У меня без путевки никто жить не будет. Я человек принципиальный. А вы бы тоже рубашечку застегнули, а то, знаете ли, сквознячком протянет. 30 метров по камням. Да что это такое? Ходят, нас пугают. Он в России вообще финансовый кризис. Да, а на Украине полный порядочек. Ще не вмерла Украина. Да! Она не может умереть. Да! Почему? Ну, просто у нее нет денег на похороны. Мужики, пионеры шнур перегрызли. Подтекст песни. Будем жить. Так. Поехали! И... Если смеялся ты не один, а с друзьями, эй! Если ты удивлен и разводишь руками, эй! Что натворили мы не поняли сами, эй! Просто хотелось стать хоть на миг дураками. Просто мы любим жить и нам нравится очень, так что давай крутись и споем. Итак, совету дружины предстоит вынести свое первое решение. И повод, я думаю, вполне существенный, для чего я и должен вызвать команды на сцену. Простите, отряды на линейку. Пожалуйста. Никакого компьютера у нас сегодня, как видите, нет, что, в общем-то, вполне естественно. Когда были советы дружины, никаких компьютеров не было, потом появились компьютеры и исчезли советы дружины. Так что жюри принимает коллективное решение, что, в общем, соответствует выбранной ими роли. Итак, слово жюри. Иван Демидов. Совет дружины мы, да? Мы решили первое. Нам очень радостно, что обе команды выполнили вот завет «Будь готов». Они готовы к этой интересной игре. Готовы, как нам кажется, достаточно.
Будет много шуток про шоу-бизнес, телевидение, политику. И про секс, судя по всему, тема пионерская. Поэтому мы посовещались и решили стартовать, так стартовать. 5-5. Итак, команды получили по высшей оценке за этот конкурс, по пятерке. И давайте продолжать. Впереди у нас разминка, в которой хотелось бы затронуть некоторые нравственные аспекты воспитания подрастающего поколения. Впрочем, это хотелось бы... Ну, прежде всего, хотелось бы, чтобы было смешно, господа, спешу напомнить. Хотя насчет нравственных аспектов я, так сказать, своего предложения не снимаю, поскольку разминка сегодня называется «Что такое хорошо и что такое плохо». Поехали! Итак, первый вопрос. А это правда, что Сочи – прекрасный город? Девушки, по-моему, они сомневаются. А это правда, что Сочи – прекрасный город? Я бы даже сказал, романтический город. Особенно для нас, для армян. Посудите сами, даже гостиницу «Кавказ» построили рядом с цирком и отделением милиции. Вишел посмеялся в отделении. Вишел посмеялся в отделении. Романтика! Транзит. 23 января прошла всеобщая диспансеризация населения. Не устаю радоваться разнообразию интересов КВНщиков. Повторяй. 23 января прошла всеобщая диспансеризация населения. Спонсоров уложили на амбулаторное лечение. Свое. 23 января прошла всеобщая диспансеризация населения. Среди прочих, медосмотр прошел в Валдис-Пельш. К большому удивлению медиков, шило не обнаружено. Армяне, пожалуйста. А это хорошо, что бизнес процветает. А это хорошо, что бизнес процветает. Лучше бы он зацвел и покрылся зеленью. Свой вариант. А это хорошо, что бизнес процветает. Конечно, хорошо. На сегодняшний день в Сочи самым прибыльным бизнесом является продажа женских часиков. Причем $50 за часик. Транзит. Главное начать, а последователи найдутся. Главное начать, а последователи найдутся. Подпись. Билл Клинтон. Своя версия. Главное начать, а последователи найдутся. На этот раз в Верховный суд США поступило заявление от плюшевого мишки, с которым Билл Клинтон спал еще в детстве. Прошу, Армен. В ответ на решение экономического кризиса в России Армения нашла свой вариант. Повторяй. В ответ на решение экономического кризиса в России Армения нашла свой вариант. Интим не предлагать. Сегодня не будем. Все-таки какой вариант, пожалуйста? В ответ на решение экономического кризиса в России Армения нашла свой вариант. Буквально на днях правительство Армении попросило у Международного валютного фонда $20 миллиардов, а также вертолет и дозаправку в Хельсинки.
И еще вопрос транзит. Хорошо, что у нас научились делать шоу. Хорошо, что у нас научились делать шоу. Из выступления Владимира Вольфовича Жириновского. Свой вариант. Хорошо, что у нас научились делать шоу. В первом отделении Юрий Дуров со своими зайцами, во втором Слава Зайцев со своими дурами. Спасибо. Спасибо. Команды, спасибо за разминку. На мой взгляд, она вполне была симпатичной и интересной. Совет дружины совещается и выносит решение по этому поводу. Максимальная оценка за разминку, как всегда, 6 баллов. Хочу напомнить. Прошу, что решит совет дружины на сей раз? Прошу, Анатолий Лысенко. Жюри, как вы видели, очень внимательно обсуждало и тщательно взвешивало свои оценки и пришло к такому выводу, что определить победителя в этом конкурсе нам не удается. Ничья. Ничья 6-6, 1-1, 3-3. 5-5. Давайте так. Чтобы не менять курс. 5-5 разминка, 10-10 общий итог к этому моменту. Будем продолжать демонстрации конкурса, который не так часто в наших играх встречается. Напомню, многие помнят, была такая радиопередача «Пионерская зорька». Очень хорошая, на мой взгляд, передача, жалко ее, что нет. Мы пожалели об этом, среди всего прочего, и попросили команды сделать такой видеовыпуск, видеовариант той самой или этой самой «Пионерской зорьки». Что у них получилось после вчерашней съемки, мы сейчас и увидим. Так, выездной конкурс «Пионерская зорька». Первыми демонстрируют свой выпуск команда КВН «Новые армяне». Мотор идет? Да. Можно. Дорогие друзья, сегодня мы решили вас пригласить в один из самых живописных уголков Черноморского побережья, где уютно расположился армянский пионерский лагерь «Аратек». А за армянами, как известно, нужен глаз да глаз, поэтому сегодня вместе с нами за жизнью лагеря будут наблюдать наблюдатели из ООН. А вот и сами пионеры, которых легко можно отличить по традиционным красным галстукам. А куда шагают ребята? Конечно же, на пляж, где их ждут самые неожиданные встречи. Конечно же, каждый хочет вернуться из лагеря, изменившись в лучшую сторону. А может быть, именно здесь им предстоит столкнуться с первым, самым прекрасным чувством. Заходи к нам, елки-палки. Ну и что же, стали мы чуть-чуть постарше, просто годы детские. В пионерском лагере ребята с удовольствием занимаются спортом. Не забывают пионеры и о шефской помощи соседнему колхозу. Ну а кто не знает знаменитых аратековских тимуровцев? Но
Наибольшей популярностью у ребят пользуется собственная киностудия, которая как раз сейчас заканчивает съемки нового фильма «Дед Мазай и зайцы». Is anybody alive? Да, скоро закончится смена, и ребята разъедутся по домам. Но здесь, в Сочи, останется о них добрая, добрая память. И в конце концов, не важно, сколько тебе лет, ведь главное, чтобы в душе ты оставался ребенком. И поэтому каждый, уезжая из нашего лагеря, должен попробовать забрать с собой самое лучшее. Еще один вариант телевизионной пионерской зорьки, которую вашему вниманию предлагает команда Запорожья «Кривой Рог Транзит». Говорит пионерская зорька. Причем сегодня не только говорит, но и показывает. Итак, смотрите специальную видеоверсию вашей любимой передачи из города Сочи. Но так как сегодня пионера, как вы сами понимаете, днем с огнем, то сегодня у нас каждый сам себе пионер. Я всегда с собой беру видеокамеру. Я всегда с собой беру видеокамеру. У-у-у! Пионер, всем ребятам привет! Ой, мама, какая жара, сил нет барбанить, что делать? А я говорил тебе, Бобка, записывайся в гарнисты. Пионеры борются за чистоту. Ну чё, Саня, пропустим перед обедом по одной, а? Спрашиваешь. Так, проходите, девочки. Фух, хорошо пошли. Пионеры-интернационалисты. Пионеры спортивные ребята. Слушай, Колька, а что у тебя в мешке, а? Как что, ноги? Везет, а у меня картошка. Ой, мама! Поговорили, порожняком пойдем. Вот такие они, наши пионеры. Помните, как у Гайдара? Плывут пароходы, салют пароходам. Летят самолеты, салют самолетам. А пройдут пионеры, абсолют пионерам. А продолжает нашу программу любительский видеоролик, присланный нам... Костей Эрнстом из Москвы. Смотрите на канале ОРТ. Сегодня у Штирлица был трудный день, поэтому вечером он решил расслабиться. Он заказал девчонок и отправился с ними кутить в ресторан. Давай.
Исследования показали, девчонка, намазанная пастой Блендамед, утратила свою твердость, в то время как не намазанная девочка так и проскучала до конца смены. А завершает нашу программу победитель нашей традиционной рубрики «Слабо!». А пока мы начинаем КВН. А вам слабо? Итак, мы посмотрели два видео выпуска «Пионерской зорьки», подготовленные соревнующимися командами. Но если мне кое-что о вашей реакции было понятно по аплодисментам, то сейчас совет дружины должен будет все-таки оценить эти две телевизионные версии «Пионерской зорьки». Я понимаю, в основном телевизионщики. Да, телевизионщики, как обычно, спорят по поводу видеоюмора. Дело на телевидении чрезвычайно тяжелое. И с первой попытки, сценический вариант удается давно этим командам. Монтажный, первая проба, поэтому не будем сурово относиться. Мнения разошлись, и поэтому счет... Мы же половинки можем давать? 4,5-5, 4,5 Запорожье, Кривой Рог, Транзит, 5 Новые Армяне. Итак, счет становится 15 Новые Армяне, 14,5 Транзит. Перевес незначительный, поэтому мы спокойно можем продолжать. Конкурс музыкальный. Более того, опять-таки, нечасто играемый конкурс одной песни. Конкурс музыкальный, в основе которого одна песня положена. Правда, и та, и другая команда играли этот конкурс. Посмотрим, что у них получится сегодня. Музыкальный конкурс у пионерского костра. Запорожье, Кривой Рог, Транзит. Ну что, Коль, кого сейчас раскручивать? Да так, мелочь всякая. Стрелки, девочки-шиншилы, мальчики-куалы. Кочумай, Коль, вот у меня проект просто зашибись. Лучшие площадки, лучшее время в новостях. Пресса разрывается. Ельцин, что ли? Ха, копай глубже. Так, извини, старик, сейчас мои пойдут. Хочу глянуть. Пионерам наш шахтерский привет! И сегодня на вашем костре наша забастовка! Не понял, а откуда шахтеры в Сочи? А у нас гастроли по стране! Слушай, а шахтеры настоящие, а? Ха! Если бы были настоящие, им бы можно было не платить. А так? Поверьте, жизнь шахтера нелегка. Зарплаты нет, но как платить налоги? Работник от пивного молотка. Товарищ, я, конечно, извиняюсь. Может, вы там в профсоюзе и не знаете, но не от пивного, а от бойного. Я к тебе в шахту лезу. Романтики, железнодороги, мы желаем жить по-другому, пусть не знаем как, но по-другому мы любви желаем, дружбы и здоровья, мы желаем счастья в личной жизни. Наша песня из нового альбома «Гоп-стоп! Мы подошли из-за угля!» И мы продолжаем! Вот про нас, шахтеров, говорят, что мы заботимся только о себе. Это неправда. И сейчас здесь, на этой сцене, за умеренную плату мы выдвинем любые ваши требования. А вот и первый смельчак. Молодец! Мужик, дай пять. Давай, не на базаре.
И сейчас для врачей, бастующих за крайним столиком, звучит эта песня. Ребята, про врачей. Так. Врачи зарплату получать должны, да. Семейных не пускать на отдых в Сочи. У баб забрать критические дни. Так. Дать мужикам критические ночи. Чтоб теща раз в году, но не ко мне. Чтоб к водке прилагался алкозельцер, понимаю. Ускорит Санта-Барбары конец. И требуем убрать шахтеров с рельсов. Ты что, с ума сошел? Это же про нас. Поздно, уплочено. Ай, ладно. Линду научить, эх, трем аккордам буревестника. Перед гордом дать врачам зеленки, дать детям пеленки, каждому боксеру дать. Спасибо, спасибо, девочка. Ну, о чем мечтаешь? Я мечтаю встречаться с популярным российским певцом. Вот. Эх, девочка, не женское это дело встречаться с популярным российским певцом. Шахтеры, просьба уважать труд уборщицы и не набрасывать обертки от сникерсов и марсов. Кто, а? Вы что ж делаете-то, а? А ты что смотришь? У тебя вон все пальцы в шоколаде. А если я возьму тебе и пальчик отрежу, сколько у тебя останется? Два. Почему два? Вы у меня же третий раз спрашиваете. Дамы и господа, на нашу забастовку с официальным визитом прибыл президент России Леонид Данилович Кучма. Имя и фамилия специально изменены, чтобы не бросить тень на порядочного человека. Дорогие соотечественники, шахтеры, я много думал и особенно хочется отметить, что все, мысль ушла. Господин президент, вы забыли отметить тяжелое положение шахтеров. Ах да, у шахтеров очень тяжелое положение. Отметим. Так значит, тогда вот список наших требований. Пока не выполните, на работу не выйдем. Так, 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 но всех требований выполнить не могу. Да? Ну тогда Шерон Стоун и пластиковые стаканчики можете вычеркнуть. А, товарищ, товарищ, я, конечно, извиняюсь, но уж больно надоело сидеть. Можно мы хоть чуть-чуть поработаем, а? Ты думаешь, что ты говоришь? Мы, значит, тут за них бастуй, а они работать пойдут. Да я, Коль, ну пусть позабавятся, они же нам не мешают. Ну ладно, только недалеко. Товарищи, братья, с этой высокой трибуны я хоть... С этой высокой трибуны я хотел бы обратиться к правительству и рассказать ему о том, как живут без нас наши родные. Постель пуста! Чубайс давно ушел! В моем шкафу! Избранники народа! Во внусках дети! Лившицы немцов! Как жить с женой? Решает референдум. Жириновский на бутылку Агостума. На закуску, если так и дальше, то скажу вам честно. Шахтерское спасибо. Зарплату дали! Какую зарплату? Всю до копеечки! Можно в шахту возвращаться! А мы? Выходит, мы никому не нужны? Выходит, вот это вот все зря? Без паники! Голубчик, милейший, как шахтер! Скажите, а врачам зарплату дали? Нет, не а дали. А учителям? Тоже не дали. Прекрасно, идите в шахту. Ну вот, вот! Пока еще есть на земле столько нужных для страны профессий, мы без работы не останемся!
Чего в нашей жизни завтра ждать? Тут явно без 100 грамм не разобраться. Но лучше, братцы, дурака валять, чем у кого-то в дураках валяться. Ты не грусти, а лучше научись хоть иногда смеяться над собою. Открой глаза и просто оглянись, махнув на все озолистой рукою. Ведь есть еще ребят, но над нею небо в небе, облака, где ты ни разу не был. Не держи на сердце камень, и тогда махнув руками, ты умчишься вслед за облаками. Знай, что никогда не поздно улететь туда, где звезды. Ты попробуй, это очень просто. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что свое пионерское детство вспоминают сегодня чемпионы 97-го года в нашем клубе. Команда «Запорожье», «Кривой Рог Транзит» и команда «Новой Армянии». Решается сегодня судьба летнего кубка клуба в 98-м году. Музыкальный конкурс мы с вами смотрим. Свой вариант показывает команда КВН «Новые армяне». Настоящий пионерский костер разгорается в душе только у того, кто приходит на КВН. Прямое включение из фестивального зала. Суперфинал. Восьмой ряд. Махай флагом, махай, махай! Да не махай, а маши! Вартан, не слушай ее! Махай флагом, махай! Аля, аля, вы не представляете, что для меня значит эта игра! Я своей жене так и сказал, если наши проиграют, я с горя домой не вернусь! Транзит, транзит! На КВН! Пришел я первый раз, и выходной надел свой Адидас. Я в русском слаб, не все шутки догонюсь. Раз все смеются, я тоже засмеюсь. По-армянски мы сидим, на троих билет один. Один на всех мы за ценой не постоим. Как дела в Москве идут, если киллеры придут? Скажи, я в Сочи, пускай завтра подойдут. Алло, алло! Можно батище, наши шутку говорят. И смейся тихо, не видишь, люди спят. От ваших криков в глазах непонимание. Смотрю, как баран на новые армяне. И я за новых, за армян, даже жизнь свою отдам. На что им жизнь, отдай бумажники, браслет. Кричат Армения, орут Украина. А я тупица, скучаю по Москве. Новые, але, 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 армяне, але, але, але. Земляки, ляки, ляки, ляки. Выше нос, ухо, горло, нос. Да, да, и все-таки что может быть лучше новых армян? Новосибирск лучше! Да помолчите вы! Наши хлопцы выходят! Хлопцы! Хлопцы! Стоп! Никто не хлопцы! Ваши выходят, вы и хлопцы. Будут наши выходить, мы будем хлопцы. Дал за билет 150 рублей. На осень теща осталась без туфлей. И хоть убей, в Запорожье не вернусь, пока на 300 рублей не посмеюсь. Я с Кривого Рога и жена в дорогу фрукты для жюри передала.
но желание не сдержал. В рук ты все понадкусал. Опять привычка подменула, подвела. Чтоб сесть удобно, я купила 3 билета. А Москвиков не среагировал на это. Выходит, зря я занимаю столько места. Я в 8-м ряду, в 8-м ряду. Мене заметьте вы, маэстро. За вас бухаем, мы вас кохаем. Запорожье кривой рот пронзит. Я в Запорожье был и в кривом роге был, но не нашел на карте города транзит. Транзит, транзит, транзит. Але, але, але. Чемпион. Але, але, але. И все-таки нет ничего лучше, чем когда наши рок-н-ролл танцуют. Новосибирск лучше. Армен, Армен, куртку сними. Армен, куртку сними. А что, неудобно в куртке сидеть? Ара, нет, хозяин куртки идет, Армен. Слышь, друг, а тут в зале курить можно, а? А понимаете, я не курящий. Слышь, друг, а может пивка выпьем, а? А ну понимаете, я не пьющий. Слышь, друг, а тут девки в зале красивые есть? А понимаете? Понимаю, друг, отлично понимаю. Да что вы смеетесь? Вы даже не знаете, как Пушкина звали. Да-да. Я не знал, как Пушкина звали. Пушкина звали, как и всех нормальных людей. Пушкинчан, уже поздно, иди домой, пора спать. Вам хорошо, для шуток темы есть. К примеру, нос, и можно даже есть. А что у вас для шуток темы мало? К примеру, сало, сало или сало. У вас плохой балет и даже флота нет. Зато украинцев меньше, чем армян. У вас плохой бюджет и флота тоже нет. Зато у вас Евгений Петросян. Ох, мама Джонс. Ара, ну я не понимаю. Должно же быть между нами русскими, между вами украинцами и между ними армянами что-нибудь общее или нет? Ара? Есть! Четвертая отборочная группа по футболу. Ну давайте вместе поболеем за наши футбольные команды. Давайте. Штанга, штанга, штанга. Але, але, але. Мимо, мимо, мимо. Але, але, але. Тау, тау, тау. Але, але, але. Судья, судья, судья. Але, але, але. После игры поедем в Кривой Рог. Там моя мама испечет пирог. Съедем пирог и сразу в Ереван. Там мой отец, нет, лучше в ресторан. И не важно, кто победит, одинаково звучит украинский и армянский смех. КВН, в ладонь летящий миг. КВН, веселый смех и крик. КВН, победа сохранит. Слово два, армяне и транзит. Вновь небольшое заседание Совета Дружины, по окончанию которого, непродолжительное заседание, я полагаю, по окончании которого мы узнаем оценку за музыкальный конкурс и итог вот к этой минуте. Ну вот такой сложный конкурс, что мы решили даже не совещаться, а каждый выставить свои баллы. Итак, новые армяне получают 4 балла в среднем, а транзит 4,8. Итого, Александр Васильевич, вы просчитаете сам? Нет, ну что, зачем? Я еще ошибусь. Зачем мне эти неприятности? Вы для этого существуете. Чего же?
То есть ты в роли председателя своей дружины, которая ни за что не отвечает. Да. Я отвечаю за общее впечатление. Общий счет. 19 новые армяне, 19,3 транзит. Капитаны, на сцену. Капитан команды КВН «Запорожье Кривой Рог» транзит Михаил Гуликов. И капитан команды КВН «Новые армяне» Гарик Мартиросян. Ну, поскольку как бы они сегодня выступают не в роли капитана, не столько в роли капитанов команд, сколько в роли, так сказать, председателя совета отрядов, поэтому мы попросили каждого из них по очереди сейчас, вот тем более выступают перед членами совета дружины, по очереди, так сказать, как-то рапорт свой вот сдать, огласить, забыл, как это называется, в общем, рапортовать совету дружины. Поехали. Ну, так уж получилось, первым начинаю я. Дорогие друзья, долгое время мы с вами рапортовали стране. К сожалению, я этого времени не застал, поэтому сегодня, страна, я хочу рапортовать тебе лично. Все началось с того, что в 1972 году ты закрыла КВН. И тут же в знак протеста родился я. Кстати, это был единственный случай, когда Александр Васильевич в моей КВНовской жизни не принимал абсолютно никакого участия. Потом было счастливое детство, спасибо партии. Потом я вступил в пионеры. Ну, правда, в пионеры меня приняли только с третьего раза. Первые два мне удавалось сбежать. Потом, по прошествии небольшого времени, я стал комсомольцем. Страна, как я удивился, когда узнал, что кудрявый мальчик с октябрятской звездочки – это тот же самый лысый дедушка с комсомольского значка. Конечно, страна, сейчас принято ругать комсомол. Хотя, если честно, признайтесь, все-таки комсомол был, в принципе, нормальной крышей. Ну, согласитесь, платили все регулярно и с большим удовольствием. И согласитесь, сейчас мы платим в сотню раз больше, неизвестно за что, и что самое интересное, тем же самым людям. Но не будем отвлекаться. Когда я закончил школу, у тебя в экономике был сильный спад. Но ты должна помнить, страна, это было как раз тогда, когда курс доллара упал с 82 до 63 копеек. Извини, вырвалось. Мне, наверное, не стоило так шутить. Ведь шутки с курсом доллара – это у нас монополия государства. Итак, дальше мне предстоял тяжелый выбор. Кем быть? Ты сказала, стране нужны врачи. И я тут же пошел в мединститут. Потом ты сказала, стране нужны хорошие врачи. И я тут же ушел играть в КВН. С тех пор прошло сравнительно мало времени, но как сильно все вокруг изменилось. Например, как выросли цены. А я ведь их еще вот такими помню. И несмотря на это, несмотря на то, что президент уже неоднократно запрещал повышение цен на предметы первой необходимости, почему же тогда так дорожает жизнь? Или жизнь у нас уже не является предметом первой необходимости? Ну, может, страна, я и не прав. Но, если честно, и ты наделала в свое время немало глупостей. Что? Ты говоришь, я тоже не святой. Может быть, но я ведь люблю тебя. Вот смотри, у меня даже есть с собой твоя фотография. Ну, конечно, это очень старая карточка. Конечно, это очень старая карточка, и с тех пор ты сильно изменилась, но мне почему-то нравится именно это. Я помню твое лицо до мельчайших подробностей. Вот это вот маленькое родимое пятно. Это Украина. Пускай маленькое, пускай пятно, но ведь родимое.
Страна, о многих твоих уголках ходят легенды. Например, однажды у армянина спросили, какая самая высокая гора в мире? И он, не задумавшись, ответил, Джомолунгма. Так давайте же отдадим должное горе Арарат, которая настолько мудра, чтобы не высовываться. А где-то здесь у тебя должна быть морщинка. А вот, это Волга. По-моему, это единственный случай, когда морщины украшают женщину. Ты знаешь, я всегда знал, что я у тебя не один. Но почему-то не ревновал. Не ревновал до тех пор, пока тебя не начали делить. И тогда я сказал себе, делить я тебя ни с кем не собираюсь, но и стреляться из-за тебя я ни с кем тоже не хочу. А если честно, то я вообще не понимаю, как можно спорить, что лучше, нос или уши, глаза или брови, если все это одно лицо. Спасибо. Спасибо, Миша. Гарик, тебе слово. Дорогой и уважаемый совет дружины, я, Гарик Мартиросян, выполнил ваше спецзадание. Спасибо. Выполнил ваше спецзадание и под видом учителя проник в среднюю армянскую школу и, наконец-таки, раскрыл секрет армянского образования. Начнем с урока пения. Здравствуйте, дети. Как вы знаете, нот всего лишь 7. Нет. По моим предварительным подсчетам, нот около 49. Причем черные из них 28 штук, белые 32. Надо сказать, что в армянских школах сразу же после урока пения наступает урок музыки. Потому что в армянских школах, так же, как и в российской эстраде, пение и музыка — это совершенно разные вещи. А теперь об уроке музыки конкретно. Здравствуйте, дети. Возьмите текст песни «Ветер с моря дул, ветер с моря дул». Видите, после строчки «Ветер с моря дул» в скобках написано «два р». Не радуйтесь. «Два р» значит «два раза», а не «два рубля». А теперь запишите домашнее задание. Наизусть выучить биографию великого армянского композитора Иоганна Хачатуровича Себастьяна. Которого в мире знают под кличкой Бах. После урока музыки сразу же наступает урок ботаники. Здравствуйте, дети. Сегодняшняя тема урока — цветы. Откройте тетради, пишите «Рози» тире 50 рублей. Гвоздики тире 40 рублей. Гладиолусы тире «Не ходовой товар, зачерпните». Сразу же после урока ботаники проходит урок этики и эстетики семейной жизни. Здравствуйте, дети! Сегодняшняя тема урока – этика и эстетика семейной жизни. Никакой этики и эстетики в семейной жизни быть не может. Отец пахан, мать стирает, гладит, дети молчат, боятся. Сразу же после урока этики и эстетики семейной жизни начинается урок русского языка. Здравствуйте, дети! Откройте тетради, пишем диктант. Заглавие. Протокол. С красной строки. Я, дефис. Фамилия, имя, отчество. Желательно с маленькой буквы.
Ни за что, ни про что был задержан начальником милиции, в скобках с большой буквы. Свою вину признаю, больше не буду, клянусь, целую, заранее благодарю, три восклицательных знака. Дорогой совет дружины, на самом деле я хочу поднять этот кривой рог за одну очень главную вещь в жизни. Как гласит древняя мудрость, у нашего человека в жизни есть три школы. Средняя школа, высшая школа, институт и школа жизни. Мне повезло, так же, как и Мише, мы попали в прекрасную и великую школу КВН. Ведь КВН – это та школа, где учат, что надо уважать взрослых. КВН – это та школа, где учат, как принимать высоких гостей с Украины. И, наконец, КВН – это, наверное, все-таки единственное место, где московское жюри и москвичи так высоко оценивают труд армян. Рапортую перед вами, дорогая совет общины. Я поднимаю этот бокал за самую прекрасную в мире школу и за мою самую последнюю школу, за КВН. Спасибо. Спасибо, спасибо. Это были рапорты. И я попрошу, уважаемое жюри, оценить рапорты капитанов команд. Итак, внимание, все сосчитано. И, Евгений Иванович, счет за этот конкурс. Всем известно, что город Сочи – город дружбы. Но в этом конкурсе победил «Транзит» со счетом 3,8 на 3,6. Общий счет 23,1 у «Транзита» и 22,6 у команды Армении. Наконец, последний конкурс, на этот раз вполне традиционный, конкурс «Домашнее задание». Только вот, знаете, такое совпадение получилось, может быть, не часто оно у нас получается.
Вот мы привезли сюда, в Сочи, на эту игру все декорации, которые стоят у нас в этом сезоне на сцене Московского дворца молодежи. Замечательные декорации художника Бориса Краснова. Борис Аркадьевич лично помогал их здесь устанавливать. Так вот, совпадение в теме домашнего задания и вот в этих декорациях. Мы, может быть, даже лишний раз посмотрев на эти прекрасные декорации, придумали тему для нынешнего домашнего задания. Тема тоже, название тоже из детства. Сегодня домашнее задание называется «Старая крепость». Команда КВН «Запорожье», «Кривой Рог», «Транзит». Слепой и секрет старой крепости. Слепой был пронырливым парнем и в любой ситуации чувствовал себя как рыба в воде. Да. Не пойдет. Значит так, слепой обладал неприметной внешностью. О, и всегда появлялся неожиданно. Так, городок Старая Крепость жил обычной жизнью. Дворник Тихон был очень богобоязненным человеком, но и Бог очень боялся Тихона, поэтому они никогда не встречались. Понамусорить, понакидай тут, понимаешь, Лёшкин кот, а нам убирай потом. О, все руки в мозолях, по самые плечи. Доброе утро, соотечественники! Дорогой, закрой дверь, здесь дует. Мое почтение, господин бургомистр. Тихон, ты до сих пор не убрал, значит, сейчас же ко мне на ковер. Из желтых листьев в платьице прослом. Идемте. Желаете кофе? А у вас есть кофе? В ответ на это официант громко рассмеялся. Хотя и выглядел при этом по-идиотски. Ну кофе так кофе, не надо так нервничать. Прошу, что будете пить? Посмотрите, за мной никто не следит. Судя по вам, нет. Рубашка мятая, брюки не глажены. Кто это? А это наш киллер, он готовит убийство бургомистра. Как? И вы так спокойно об этом говорите, но так же нельзя. Ой, у нас вообще очень странный городок. Точно. Вот у меня как-то средь бела дня велосипед пропал. А как это случилось? Ну, ровно год назад сынишка пошел покататься на велосипеде. До сих пор не вернулся. Так, мне срочно нужно встретиться с бургомистром. Я бы не советовал вам встречаться с бургомистром. Почему? Ну, люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Я к вам лучше завтра заскочу, а? Завтра вы меня можете не застать. Почему? Только в нашем городе можно уснуть одним, а проснуться совершенно другим человеком. Так что же вы предполагаете, что я завтра буду дворником, что ли? Ну, это как повезет. А, ну, понятно, да. Господин бургомистр! Господин бургомистр! Молодой гражданин! А один что? День в городе, а уже нарушаем! Пройдемте, сейчас все разберемся, не надо! Эту ночь слепой провел в полицейском участке и был немало удивлен оказанным ему вниманию и гостеприимству. А, господин бургомистр, вас хотят убить. Ишь ты, кому это в голову пришло, ёшкин кот, убивать простого дворника-то, а? Как же? Дорогой соотечественник Тихон, ты чё опять бедокуришь, а? Доброе утро, господин бургомистр. В этот момент слепой понял, что накануне говорил ему официант. Только в нашем городе можно уснуть одним, а проснуться другим человеком. Господин бургомистр... Извините, но я должен приступить к исполнению супружеского долга. Как можно... Не бойтесь, у меня это недолго. А что у вас? Я говорю, завтра вас хотят убить. Ну так вот завтра и приходите, мы с вами все обсудим. Да. Так, все, мне срочно нужно выпить. Официант, официант! Кого будете сегодня заказывать? Что значит кого? Ну, могу цыпленка зарезать, могу барашка, а могу и... Не надо. Ну, не надо, так не надо. А что это вы так на меня смотрите, как будто я человека собираюсь убить, а? Что вы, что вы? Полицейский, кафе-киллер! Который час? Я вам второй раз уже говорю, что в кафе-киллер, а у вас ноль реакции. Да если бы у меня была плохая реакция, у меня бы было уже семеро детей. О! А вы новый суперагент, да? Подскажите мне, как лучше убить нашего бургомистра? Да-да-да. По дороге домой топориком или, может, все-таки в постели с женой задушить, а? Инспектор? Несмотря ни на что, слепой сохранял хладнокровие. Тем более, что сегодня ему предстояло встретиться...
О, с радисткой. Они вышли на середину улицы и легли в постель. Да. Легли в постель. Ночь пролетела незаметно. Начинался третий день пребывания слепого в этом загадочном и непонятном городке. Сегодня было воскресенье, и бургомистр встал пораньше, чтобы прогуляться по городу со своей женой. Ну, дорогая, как тебе спалось сегодня ночью? Нормально, дорогой, ёшкин кот. Господин бургомистр, мое почтение, мадам в костюме дворника, вы просто очаровательны. Доброе утро, Тихон. Вау, Тихон, миленько. А скажите, Тихон, честно, положа руку на... Вау, ну куда-нибудь. А что вы делаете сегодня вечером? Да в принципе ничего. Слушайте, тогда, может быть, потанем ко мне в Москву? Ну, в принципе, с пропиской тяжело, но можете пожить у меня в Холмогорах. Там недалеко. Ломоносов пешком ходил. А там не дует? Что вы, что вы? Убей его, официант! Пусть помучится! Мы верим в тебя, официант! Что здесь происходит? Как? Вы не знаете? Сегодня у нас большой ежегодный праздник. Тысячи людей съезжаются к нам со всей округи, чтобы посмотреть, как официант будет убивать бургомистра. О, официант! Ну, здравствуй, дорогой! Заждались! Но если никто не против, я начну! Стоп! Где мой последний кофе? Кофе отравлен! Обернулась страшной трагедией. Бургомистр умер по-настоящему. Как? Да, я так хочу. Стойте! Стойте! Ай, так, стоп! Вы арестованы. С этой минуты вы имеете право сохранять молчание, и каждое ваше слово может быть использовано против вас. Прошла ночь. На утро город прощался с бургомистром. Слепой и убийца шли во главе траурного шествия. Смотри, смотри, что ты наделал. Я знал его всего 3 дня, уже успел полюбить как родного. Убийца! Да, дорогие соотечественники, дворник был что надо. Господин бургомистр? Да, у нас в городе так. Хороших дворников носим на руках. Тем более, что у него сегодня день рождения. Спасибо, ёшкин кот! День рождения, ёшкин кот! Нет, ну все это хорошо, но кто потом убирать будет, а? Все, я уже ничего не понимаю. Где я настоящий бургомистр, официант? Откуда я знаю? Ну, понимаешь, не надо так волноваться. Соотечественник, все под контролем. Да объяснит мне кто-нибудь наконец, что здесь происходит. Дорогая, ты посмотри, кто к нам приехал. Господин бургомистр, к нам приехал, к нам приехал. Бургомистр дорогой. Ну так нельзя. Можно. Так нельзя. Надо. Ах, так, хорошо. Я буду вашим бургомистром. Браво! Я научу вас жить по-человечески. Браво! Я перепишу всю эту вашу жизнь. Да, стойте. Ну я ведь этого не писал. Сиди молча. Я расставлю все по своим местам. Полицейский, ты будешь полицейским. Слушай, дворник, ты будешь дворником. Ты будешь рожать детей. А я, кем буду я? А ты будешь маленьким, симпатичным суперагентом. Правильно! Садись, пиши! Сейчас я напишу такую книгу, за которую мне никогда не будет стыдно. В ней будет все. Дружба, любовь и простое человеческое счастье. Миром правила весна. Двое влюбленных лежали в бескрайней ковыльной степи. Пахло чабрецом и мятой. Они были счастливы. Все это слепой видел сквозь прорезь оптического прицела. Ему сегодня предстоял жаркий денек.
Разбудил тебя утренний солнечный свет. Петухи прокричали почти по часам. Что готовит нам день, это вечный секрет. Кем ты будешь сегодня, не знаешь ты сам. А писатель иной, если б смог бы он стать Львом Толстым или в Пушкины, скажем, пошел. Он бы понял, не надо бумагу марать. И другое бы ей применение нашел. Чем обличий ты ходишь, к чему этот шум под одеждой душа? Это надо понять. Ведь душа-то по сути все тот же костюм. А костюмы порой надо в чистку сдавать. Деньги важная штука, без них не прожить. И не выйдешься в люди, без них ни хрена. Но настанет момент, когда надо решить. Что важнее для тебя, деньги или весна? Пусть в душе навсегда весна! И не рвись никогда! Струна! Тем влюбленным пусть светит луна! И дай Боже нам счастья, родная страна! Домашнее задание «Старая крепость», команда КВН «Новые армяне». Добро пожаловать в мой старый крепость! Я домовой! Я живу здесь очень давно и знаю всех местных жителей. Они все веселые и хорошие люди. Но с недавних пор у нас появились злые силы. Кто увидит нас, тот сразу ах! И фильмом ужасов запахнет! Страх и ужас мы приносим! К нам не подходи! К нам не подходи! К нам не подходи! А то укусим! Следите в вашем доме! А мы покойники, покойники, покойники! А-ха! На подоконнике, окольнике, окольнике! Итак, слуги дьявола, пришло наше время. Мы уничтожим эту старую крепость и прим... Слушайте, потише, пожалуйста. В нашей белорусской квартире все слышно. Да мы из себя сейчас всю гроб высосем, старая. А вы что, Эжека, что ли? Да я граф Дракула. Ой-ой-ой, все мы с высшим образованием. Мы посланники тьмы. Сейчас скалкой по лбу заеду. Доктор, что алкоголик несчастный. Но я бессмертный. А Колька с третьего этажа тоже так думал, что он бессмертный. Но мы и правда бессмертные. Да в гробу я вас видала. Мы раньше встречались, бабуля? Не знаю, если так будет продолжаться, встретимся в отделении. Не отвлекайтесь. Итак, отчим, мы посланники дьявола, мы слуги Люцифера. Превратим эту старую крепость... Помойку! Горячий узбекский плов заказывали? Да какой еще горячий узбекский плов? Как? С рисом и с мясом? Ближе! Ближе! Еще ближе! Ты ел чеснок? Ага! Дальше! Дальше! Еще дальше! Не отвлекайтесь, слуги дьявола! Напрягитесь, мы превратим эту старую крепость в жалкую помойку! Да. Так, сержант Петров, российская милиция, что тут делаем? Мы прибыли из ада. Ага, значит, уже у нас побывали. Стоп. Итак, имя, фамилия, отчество? Дракула! Крюгер! Франкенштейн! Опа! Так и запишем. Группа лиц еврейской национальности в нетрезвом состоянии нарушала общественный порядок. Один момент, мы никогда не употребляем алкоголь. Опа, так и запишем. Группа евреев умышленно нарушала общественный порядок. Так что чистосердечное признание облегчает понимание. Рядовой, пошли. Ну такой я не понимаю. Я не могу работать в таких условиях. Подождите. Напрягитесь, слуги дьявола. Так. Скоро ночь наступит, и эта старая крепость превратится в помойку.
Здравствуйте, дядя. Я с грузинского этажа. Передайте эти цветы Оле. А вы, наверное, папа Оли. Да с чего ты взял, мальчик? А Оля на вас очень похожа. Ушел отсюда быстро! Я так больше не могу! Тихо! Мы слуги дьявола! Да, да, да. Мы покровители вселенной! Да, покровители! Итак, эта старая крепость скоро разрушится, потому что мы покровители! Короче, в этом районе я покровитель шестерки! Привет! Я представитель одесской братвы, а кто вы такие будете? Мы слуги дьявола! Кого? Кто такой? Почему? Короче, когда придет дьявол, скажите, что этот приходил. Колокольчик. И если он не будет делиться наваром со мной с колокольчиком, то я так зазвоню, что он оглохнет к чертовой матери. Но маму не трожь! Заткнись, шестерка. А мне пора ларьки обойти. Говорят, они там левыми окорочками торгуют. Надо узнать, куда они правые девают. Пошли, пока. Таганага. Все, я не могу, я все. Я ничего не могу. Давай, давай. Кто мы такие? Злые силы. Злые силы, что мы должны делать? Сеять. Не так сеять. Зло надо сеять. Зло мы будем сеять, потому что это старая крепость. Здравствуйте, мы из общества Кришны. Купите, пожалуйста, книжки с картинками об источнике вечного наслаждения. Поддержку Кришны. Но мы не верим в Кришну. А Кришне пофиг. Вот. Вы, главное, книжку купите. Я тебя не могу, подождите. Стой. Я больше не могу. Я же граф Дракула. Прекратить. Друзья, зачем вы ссоритесь, а? Мы темные силы, понимаете? Скоро я тоже с Кавказа. А у нас на Кавказе есть такая традиция. Если семьи ссорятся, то они выдают своих детей замуж, и снова восстанавливается мир. Не верите? Нет! А на верхних этажей уже такую свадьбу сыграли. Посмотрите. Дамы и господа, начинаем прямой репортаж с очередного саммита стран СНГ, совпавшего с первым династическим браком, состоявшимся между детьми Назарбаева и Акаева. Первыми слова благодарности выразили родители. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь. Тамадой на второй срок был выбран Борис Николаевич Ельцин. Благословляю этот вечер, твои глаза, твои слова. Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Я так хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Президент Украины Леонид Кучма. Сокровище черного моря, мечтает, но найди. Сокровище черного моря, чтоб ветреное сердце покорить. Владимир Жириновский. Сергей Кириенко. Я хороший мальчик. Не пора спать. Не пора спать. Давай. Виктор Степанович Черномырдин. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться. Мимо проходил Билл Клинтон. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта.
пожалуйста. Президенты трех закавказских государств. Танго втроем, разве это возможно? Танго втроем, не может решиться душа. Танго втроем, кто-то должен уйти, чтобы не мешать. Или можно еще продолжать это танго втроем. Борис Немцов и Анатолий Чубайс. Остались только мы на растерзание. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Дамы и господа, министр финансов России Михаил Задорнов. Извините, пожалуйста, там помогите. Люди добрые, сами мы местные, голодаем и скитаемся. И по традиции итоги подвел Борис Николаевич. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. Ой-ой. Дорогие друзья, вот так мы и живем. Ссоримся и миримся, любим и ненавидим. Не можем разобраться лишь в одном, что нам обязательно должно, чтоб в доме поселилось зло, чтоб мы, наконец, задумались о добре. Ночь, с неба падает звезда, улетает навсегда. Ты поймай ее рукой, и останемся с тобой. Вечер звездного лета. Мы войдем в этот замок без окон, и раскроем их теплом наших слов и наших песен. Ты поймешь, что границ на свете нет, и что злу один ответ. Итак, друзья мои, сыгран последний конкурс, закончилась игра, исчерпана так или иначе ее тема, и поэтому я уже не буду в очередной раз призывать отряды на торжественную линейку, я скажу просто команды на сцену, потому что это действительно настоящие КВНовские команды, и итог сегодняшней игры, в общем, к их, так сказать, чемпионским титулам, к их чемпионской славе ничего не прибавит. Ну, я просто прекрасно знаю, как, насколько этот момент для них серьезен. Итак, команды на сцену. Дорогие друзья, итак, нам осталось, поблагодарив команды вообще,
для начала узнать результаты конкурса «Домашнее задание» и итог игры. Анатолий Лысенко, пожалуйста, слово. На жюри внимательно прослушали все. В последнем конкурсе, несмотря на очень оптимистичное «То ли еще будет», значит, оценка была выставлена следующая. Команда «Кривой Рог» 4,4. Команда «Новые армяне» 5,8. Внимание! Внимание, прежде всего, команда! Гарик! Гарик! Построй, пожалуйста, свой пионерский отряд. Ребят, сейчас не засчитаем, как за фальшстарт. Так, Костя, начни сначала. Так, внимание! Армяне проявили хорошие математические способности. Они быстро считают в уме, но мы... собственно, судили не это и присуждали очки не за это. Не будем засчитывать фальшстарт. Команда «Кривой Рог», Запорожье «Кривой Рог Транзит» 27,5, «Новые армяне» 28,4. Минуточку. Дорогие друзья, это цифры. Это цифры, которые свидетельствуют о том, что победила в сегодняшней упорной борьбе команда «Новые армяне». И хочу сказать следующее, если мне позволят прежде всего команда и ее болельщики. Каждый раз, когда заканчивается игра на летний кубок, мы вручаем приз, который как-то меняет свое обличие в зависимости от темы нашей игры. Сегодня это было детство, и вот это приз сегодня победителю – это бронзовая птица. Она смахивает на кивина. Ну, а может быть, я не знаю, может быть, кивин изначально был похож на бронзовую птицу. Мне хочется просто такие последние слова, красивые сказать слова. Мне кажется, что по-настоящему может играть в КВН человек – уже взрослый, но который очень хорошо помнит свое детство. Бронзовая птица сегодня достается обладателю летнего кубка 98 года, команде КВН «Новые армяне». Спасибо командам, спасибо всем, до свидания. Снова будем ждать мы, будем ждать мы с нетерпением встречи. Это значит юмор. Значит, юмор не опустит флаг. Это значит будет. Значит, будет долгожданный вечер. Вечер, где мы снова. Где мы снова повторим. Итак, мы начинаем КВН. Для чего? Для чего? Чтоб не осталось в стороне никого, никого. Пусть не решит нам все проблемы, не решит всех проблем. Нас станет радость не всем, веселим станет всем. Мы начинаем КВН. Для чего? Для чего? Чтоб не осталось в стороне никого, никого. Пусть не решит нам все проблемы, не решит всех проблем. Нас станет радостнее всем, веселее станет всем.